В СМИ распространилась информация о том, что всенародно любимая артистка чуть ли не вся переломана. После падения она якобы получила травмы ребер. Директор Ленкома Марк Варшавер изначально заявил, что это ложь. Однако тревожные слухи продолжали распространяться, и до конца было непонятно, правда это или ложь. Теперь же появились некие подробности, которые могут хотя бы частично пролить свет на состояние пожилой актрисы. Были опубликованы кадры, на которых Инна Чурикова запечатлена на каталке в медучреждении. 78-летнюю артистку со всеми предосторожностями вывезли из Боткинской больницы. Тело артистки на каталке было надежно прикрыто пледом по грудь. Голову прикрывала кепка, а глаза – темные очки. Рассмотреть наличие или отсутствие каких-либо травм на теле оказалось невозможно. Автомобиль увез пациентку в неизвестном направлении.